Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Тема сегодняшней программы – флурона-микс-инфекция. Сегодня у нас в студии Ильмухина Лариса Владимировна. Это заведующая циклом инфекционных болезней, кафедры инфекционных болезней и дерматологии нашего Ульяновского государственного университета. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Здравствуйте. Лариса Владимировна, ну вот из разных источников, да, есть такие, поступают сведения, что нам уже это даже известно, что люди одновременно могут как-то болеть и гриппом, и вот микст инфекцией, да, вот этот флурона по-другому называется, да. И иногда это даже приводит к пневмонии, к каким-то серьезным осложнениям. Так ли это на самом деле, и что это такое вообще? Давайте расскажем. Флурона – это собирательный образ. И о флуроне заговорили в 2020 году, когда мир узнал о новой коронавирусной инфекции. Само название флурона, оно тоже собирательное. Флу – это грипп, рона – это от слова сокращенная корона. То есть коронавирусная инфекция и грипп плюс коронавирусная инфекция. И мы получили новое инфекционное заболевание – флурона. Оно, в общем-то, пока неофициально, так говорят медики в своей среде между собой. Но мир задумался о флуроне в 2020 году. Почему? Потому что сразу стал вопрос, а если человек будет инфицирован двумя достаточно серьезными, вирусами, тяжелыми респираторными вирусами, чего же нам ожидать? И, в общем-то, какая ситуация на сегодняшний день? Во-первых, есть такое явление в микробиологии, в медицине, которое называется интерференция. И от слова интерференция произошел целый класс препаратов интерфероны, которые обладают не прямым, а опосредованным действием в отношении вирусов. Что такое интерференция? Когда клетка заражена одним вирусом, то второй вирус в нее проникнуть не может. Да. Но, тем не менее, реальная клиническая практика показала несколько иные результаты. То есть, да, у некоторых людей может быть одновременное сосуществование, одновременно, единовременное и гриппа, и SARS-CoV-2, то есть нового коронавируса. Это бывает не так часто. Но, тем не менее, это встречается и у нас, в Ульяновске. Статистика есть какая-то, да? Официальной статистики пока нет. Но по данным инфекционного отделения, там, где вот сейчас на настоящий момент госпитализируются больные с новой коронавирусной инфекцией, и сейчас все, кто поступает, например, с коронавирусной инфекцией, их всех тестируют и на грипп при помощи ПЦР-теста. То есть диагностика идет? Да, и есть такие пациенты, у которых одновременно выявляется и грипп, и коронавирусная инфекция. Значит, Владимир, тогда напрашивается, соответственно, вопрос. Если проникают сразу два вируса, да, в организм, получается, что, соответственно, есть какая-то группа риска. То есть это какие-то особые пациенты, которые, может быть, ослаблен иммунитет, может быть, это возрастные какие-то пациенты. Давайте вот об этом тоже расскажем, кто больше подвержен. Группы риска для тяжелого течения, они стандартные, об этом знают все. Первое – это по возрасту, а возраст – это иммунитет. Первое – это дети младшего возраста. И вторая группа по возрасту – это 65+. То есть там, где происходит уже увядание основных звеньев иммунитета. Ну, так же, как при ковиде было, да? Да, то же самое. Вторая группа – это пациенты с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы и сердечно-сосудистой системы. Третья группа – это иммунодефициты, лекарственные иммунодефициты. Это не только когорта ВИЧ-инфицированных больных, а сейчас очень много заболеваний, в связи с которыми пациент получает в схемах иммуносупрессанты. Онкология, ревматология, после трансплантации органов. Ну, то есть они получают препараты, подавляющие иммунитет. Иммунитет, опосредованно, да, как побочный эффект такой. И, в общем-то, конечно, в группе риска. И эндокринопатии. Это пациенты с избыточной массой тела и пациенты с сахарным диабетом. Ожирение сахарного диабета. Да, это вот те пациенты, которые в группе риска по тяжелому течению.
Но это вот основное. Конечно, если мы детально будем разбираться, то, наверное, выделим еще какие-то группы пациентов. Лариса Владимировна, а вот заболевание самого вот этого флурона, да, все-таки, ну, диагностика, как сказали уже, да, что все-таки диагностика поставлена, все, да, вот, но люди все-таки вот болеют, какие-то симптомы такие явные, что указывают, и вот что это именно флурона, да, можно это сказать, или это как обычная вирусная инфекция, это протекает там субфебрилитет какой-то, еще какие-то симптомы, и при каких симптомах нужно обращаться к врачу амбулаторно, да, а может быть есть такие ситуации, когда нужно вызвать уже неотложную помощь или скорую помощь, вот давайте об этом скажем. Симптомы, к сожалению, всех острых респираторных вирусных инфекций одинаковы. Но, с другой стороны, ученые стали разграничивать, и мы подразделяем грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция. Почему? Потому что все-таки какие-то отличия есть. Здесь, конечно, наверное, такие медицинские нюансы именно. Ну, например, первый вариант – человек одновременно заражается сразу двумя вирусами в один и тот же день. Другой вариант: сначала был коронавирус, а на него садится что? Вот вирус гриппа. Можно определить все-таки, вот как-то. Третий вариант был грипп, а еще и в организм попадает коронавирус. То есть характерно, прям температура высокая, да? Вот как при гриппе все это. Поэтому да, вот кто первым попал, вот та симптом, все равно один вирус, один вирус будет преобладать и превалировать над другим. Если первым попадает грипп, то симптомы гриппа. То есть это интоксикация, которая такая быстрая, стремительная. За первые сутки температура может достигать 40 градусов, ломота в теле, боль в суставах. И, в общем-то, интоксикация при гриппе, она и определяет тяжесть течения пациента. Если новая коронавирусная инфекция, то интоксикация развивается более медленно, и максимума своего температура у некоторых пациентов достигает к 5-7 дню. И вот такие вот явления. Обоняние и вкус, которые были в первой волне, в настоящее время, в общем-то, они, может быть, и утрачивают эта симптоматика свое значение, но некоторые пациенты сообщают и об этом. Но если вот два вируса, конечно, здесь осложнение. И это вирусы респираторные и пневмотропные. И поэтому, конечно, самое такое вот, несмотря на то, что 21 век, все равно пневмония остается одной из частых причин смерти. Все мы знаем, медицинское сообщество знает, вроде бы готово, но тем не менее. То есть летальность дают. Пневмония вирусная, чем она, в общем-то, тяжела? Диффузное альвеолярное повреждение, диффузное. То есть вирусные пневмонии, мощные. Они двусторонние. Начинается с периферии поражения. И потом все более и более, более по площади распространяется. И самая ранняя диагностика именно пневмонии вирусной – это компьютерная томография. Что касается тяжести заболевания, когда обращаться, как измерить эту тяжесть? Я думаю, что наши пациенты это могут сделать и самостоятельно. И ковидные времена нас приучили. Первый критерий – это температура тела. Вот такое вот уже критическое значение – 38. Если температура свыше 38, не нужно ходить в поликлинику. Во-первых, усугубите свою тяжесть, во-вторых, вы являетесь источником, потому что в поликлинику приходят разные пациенты. Второй критерий – частота дыхательных движений – 22. Положите руку на грудную клетку, секундомер, в спокойном состоянии, посчитайте. И третий критерий – сатурация, 95. У всех, у большинства есть бытовые пульсоксиметры, которые, в общем-то, тоже… То есть ниже 95? Ниже 95 уже. Это насторожить уже должно насторожить. В поликлинику вот при таких показателях не рекомендуется обращаться. Рекомендуется либо вызывать врача на дом, а если эти показатели и того хуже,
то тогда нужно вызывать неотложную помощь. Ну, пациент, я, на самом деле, Лариса Владимировна, вы совершенно правы, он сам почувствует, да, ну, что тяжесть состояния меняется, да, и, конечно, не надо тянуть, да, 103 набрать, на самом деле, если выраженной дыхательной недостаточности, вот как вы сейчас сказали, да, там какие-то одышка. Кроме того, что вы использовали цианоз приборы, да, то есть какие еще симптомы, которые и определяют тяжесть, это симптомы со стороны дыхательной системы. Это одышка, чувство нехватки воздуха, это мокрота, может быть, мокрота даже с примесью крови, это цианоз. Первые проявления одышки – это скандированная речь и увеличение пауз между словами. То есть человеку не хватает воздуха для того, чтобы длинное предложение произнести до конца. То есть это, конечно, на это нужно обращать внимание. Лариса Владимировна, ну вот еще все-таки в двух словах, да, очень так хорошо, понятно все рассказываете. Вот микс инфекция, все-таки вот в двух словах, что это такое вот микс инфекция, да? Флуорона, понятно, собирательный такой, да? А микс инфекция здесь вот как это что? Микс – это от слова «микс». Мы все знаем в быту, да, что такое микс. Смешивается. И флурона – это микст из гриппа и новой коронавирусной инфекции. Вот как инфекционист в моей практике часто вирусные гепатиты B плюс C плюс D плюс, например, ВИЧ-инфекция – это тоже микст инфекция. Ну и вот в таком ключе. Конечно, когда человек поражен несколькими инфекционными агентами, всегда заболевание будет протекать более тяжело. Если это хроническое заболевание, то исход его тоже, он будет от момента инфицирования до там какого-то исхода пройдет меньше времени, чем у того человека, который инфицирован, например, только одним инфекционным агентом. Ну, то есть это понятие больше такое даже наш врачебное, да? То есть пациенту самое главное назначить, поставить диагноз, абсолютно вовремя, лечение, чтобы прогноз был хороший, благоприятный. Абсолютно верно. Лариса Владимировна, а скажи, пожалуйста, вот, ну, не секрет, что многие, конечно, прибегают к самолечению, да, и вот, как говорится, сарафанное радио, там, что соседу помогло или соседке, да, и вот мне то же самое, вот, или да, что-то там назначили, да, я тоже такую схему попробую. Вот как вы к этому относитесь, да, и вторую часть вот вопроса тоже хочу задать. Как вы относитесь вот вообще к самостоятельному назначению противовирусных препаратов и антибиотиков? Конечно, мой ответ, да, очевиден. Я отношусь отрицательно, потому что, ну, наверное, это даже вот в практике врача это повседневная практика. Когда к тебе приходит пациент, уже исправлять чьи-то ошибки. Первое — сарафанное радио. Или лежал в прошлый раз, кто-то лежал, поднял выписку, вот посмотрел, и вот я начал вот то же самое. Вторая ошибка. Наш пациент, он купил кучу средств, затратил деньги, и он ждет сиюминутного эффекта. Вот что вот сейчас он выпьет. Выпил первую партию таблеток, не помогло. Побежал за второй, опять выпил, опять не помогло. Что нужно знать и что нужно иметь в виду? Конечно, первое, нужно правильно поставить диагноз. Правильно. И для респираторных инфекций ПЦР-тест, что такое, узнал весь мир. Очень быстро и качественно. То есть и на две инфекции одновременно сейчас обследуют. И грипп, и новая коронавирусная инфекция. Если диагноз подтвержден, я двумя руками за назначение именно противовирусных препаратов. Я сторонник их назначения, но только в соответствии, потому что при коронавирусной инфекции это один спектр препаратов, для вируса гриппа это другой спектр препаратов. Но опять же, временной интервал имеет значение. Временной интервал сейчас удлинен. То есть уже, это не первые несколько дней. До 7 дней нужно назначать противовирусные препараты. При этих инфекциях, именно, о которых мы говорим. Грипп и ковид, я имею в виду. Зачем? Затем, что происходит снижение вирусной нагрузки. Вирус погибает, он не заражает новые клетки, он не проникает в них. Но пациент
и врач должен знать, что данные препараты противовирусные, они не улучшают состояние, они не снимают симптом, они действуют на вирус, не на организм человека. И поэтому, раз вирус проник, и у вас уже возникла температура, патологический, патогенетический процесс, он уже запущен. И не будет его завершения, не будет какой-то волшебной панацеи, ну, там, за один день, за сколько-то часов, как хочет наш пациент. Все равно должно пройти минимум 3-4 дня при неосложненном течении, чтобы понять, что процесс имеет положительную динамику. Ну вот, это такое вот мое мнение. Антибиотики, я к ним вообще отношусь очень осторожно. Вот и ни один инфекционист, он не назначит антибиотики. Вот, ну вот просто так. По крайней мере, сразу. Прям сразу, и из-за того, вот из разряда хуже не будет. Все острые респираторные процессы, они вирусные. Они вирусные. И если у вас возник насморк или даже кашель, это вирусное повреждение. Не спешите пить антибиотики самостоятельно и давать их там детям и близким. Врач должен все равно контролировать этот процесс. Конечно, я вот тут со своей точки зрения, нет рецепта. То есть мы лечим не болезнь, а кого? Конкретного пациента. То есть индивидуальный подход. Индивидуальный подход, потому что есть, может быть, другие показания к назначению антибиотиков, но здесь должен врач решать. И моя тактика, если 3 дня... мы уже видим положительную динамику на противовирусных препаратах. А что такое положительная динамика? Тенденция к нормализации температуры, то есть, что еще? Одышки нет, сатурация нормальная, катаральные явления, улучшение, не просто там строгое выздоровление. Но тогда я думаю, что мы на правильном пути, и не спешите давать антибиотик. Ну, а к антибиотикам, конечно, есть тоже определенные показания, тогда мы их должны назначить. Ну, Лариса Владимировна, вот то, что индивидуальный подход, это очень так замечательно, да, это правильно, абсолютно. Тогда давайте перейдем такой к общей теме, да, к теме вакцинации. Так. Вот она себя очень хорошо зарекомендовала, да, при коронавирусной инфекции, а потом уже и ревакцинация, да, и на самом деле мы с помощью этих механизмов справились с этой инфекцией, да. Вот при флуроне существуют ли какие-то типы вакцинации, да, и, ну, при микс инфекциях тоже? Тоже я двумя руками за вакцинацию, потому что я в нее верю и так далее, и всех призываю. К большому сожалению, опять 2020 год появилось движение антиваксеров, которые, и кроме того, отказывались делать прививки детям от кори, и сейчас мы определенную ситуацию, вот эти отголоски через 3 года получили. То есть здесь вот опять. Что касается микст инфекции, и от гриппа и новой коронавирусной инфекции, от коронавирусной инфекции здесь нет каких-то, там, например, сезонных привилегий. То есть эта пандемия, она не закончилась. И мы видим, что вот процесс еще эпидемически продолжается. Раз в год нужно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Грипп – это инфекция сезонная. И от гриппа вакцинироваться нужно перед эпидсезоном. Вот правильнее так будет. Это начало осени. Но вот в этот сезон 2022-2023 года вакцинация от гриппа была продлена до 15 декабря. То есть даже совершенно официально было разрешено Пролонгировать. Да, обычно где-то рекомендуют октябрем закрыть вакцинацию. Можно вакцинироваться одновременно и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции. Это абсолютно... Это уже не противопоказано в один день, но единственное, правое и левое плечо, вот и все.
Сейчас появились уже данные о разработке вакцин, когда одна вакцина, два вируса, грипп и новая коронавирусная инфекция. Затрудняюсь ответить, появились ли они, мне кажется, пока нет на нашем медицинском рынке, то есть в наших муниципальных лечебных учреждениях, но я думаю, что скоро появится, потому что это актуально. Это, конечно, для пациента это очень хорошо, потому что вот такая ситуация. Мария Александровна, а вот на ваш взгляд, конечно, ну тоже я предвкушаю ваш ответ, конечно, да, как вредные привычки, да, вот, ну, курение, алкоголь, там, ну, другие, там, низкая двигательная активность, да, опять же, вот, там, неправильное питание, нерациональное, да, вот это все, насколько может повлиять на общее состояние организма, да, и вот внедрение, как говорится, в организм вот вируса, тоже флурона, да, или микс-инфекции? Ответ очевиден, и как бы я ответила на этот вопрос? К большому сожалению, наши люди начинают задумываться о режиме сна, труда, отдыха и питания, когда они попадают к врачу. И, конечно, это неправильно. И соблюдать режим и распорядок дня в течение суток, в течение недели, очень важно, заниматься физической культурой, правильно питаться, то есть здесь тоже должен быть распорядок и мера, это первая составляющая твоего иммунитета, потому что наш организм имеет определенные циркадные ритмы. И от того, что вы правильно или неправильно питаетесь, питание – это питательный субстрат для построения клеток организма. И если человек злоупотребляет или даже один раз в неделю вот он позволяет себе нарушить режим сна и отдыха, то восстанавливается организм даже. Человек по себе знает достаточно тяжело. Даже смена климатических условий, на курорт поехал человек, это является стрессом для организма. Вот сейчас у нас зима, а человек поехал в жаркие страны, захотел продлить лето. Это может быть и не есть хорошо, а климатизация тоже очень влияет. В том числе и для обострения инфекционных заболеваний. Не рекомендуется больным хроническими инфекционными процессами, туберкулезом, хроническим гепатитом, больным ВИЧ-инфекцией. То есть им нужно вот именно такой распорядок. Всем нужно. То есть если человек соблюдает, он будет меньше болеть. Мария Владимировна, ну вот врач первого контакта, как говорится, да, это терапевт или там педиатр участковый, да, это первичное звено, опять же, да, и пациент попадает именно к этим врачам первичного звена. Вот когда нужно все-таки, ну, как высококлассный специалист, хочу просто спросить, когда нужно направить именно вот к врачу-инфекционисту, вот как вы считаете сами? В принципе, врач-инфекционист есть в каждой, да, поликлинике практически, да? Должен быть. Ну, должен быть, да, но, ну, к этому стремимся, это идет у нас, да, такая тенденция. Но, по крайней мере, и к вам на консультацию всегда можно, да, прийти, как говорится, может, ситуация вполне простая, такая доступная, да? Давайте вот об этом немножко пару слов. Ну, наверное, к инфекционисту с острыми респираторными заболеваниями, ну, здесь, конечно, да, да. Когда обращаются? Обращаются с постинфекционной астенией, то есть вот когда вроде бы переболел, вроде бы анализы пришли в норму, но вот здоровым себя человек не чувствует. А когда вот частые? Частые острые респираторные, да, это нужно подумать о нарушении каких-то звеньев иммунитета. Иммунитет, то есть иммунолог? Да, здесь иммунолог, ну, здесь инфекционист, может, тоже, да, тоже может. Здесь нужно знать иммунограмму или сдавать пациенту ему. И индивидуальный подход каждому. Да, потому что, ну, вот здесь вот в таком ключе. Ну, либо исключать какое-то другое заболевание, потому что нередко после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции вдруг мы дебют чего-то. То есть у человека было, наверное, может быть, это достаточно длительный срок, не беспокоило, не знал.
И вдруг после перенесенной вот новой коронавирусной инфекции у нас возросло количество там, онкологических заболеваний, например, ревматологических заболеваний. Это были дебюты после вот этого острого процесса. То есть об этом забывать тоже не следует. Да, потом уже есть, когда лихорадка, например, неясного генеза, да, тоже идет стандарт, уже обследование, да, более глубокое такое, да, там идут на гепатиты, на РВ, на ВИЧ. То есть это нужно сделать. То есть это не значит, что у человека обязательно это найдется. Да, исключить нужно обязательно, да. Совершенно верно, конечно. Такое звено важно. Конечно. Лариса Владимировна, ну и в заключение нашей программы, может, какие-то добрые пожелания от вас, как от доктора? Что пожелать? Желаю всем здоровья. Mm-hmm. Если вдруг с вами приключилась симптоматика острого респираторного заболевания, то обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Почему это важно? Даже не выходите из дома, потому что, первое, подумайте о других. Если вы не думаете о себе, вы являетесь источником инфекции. И сами можете тоже. И прибегните к таким простым мерам и методам. То есть не пренебрегайте масками, которые защищают нас на 95%. Мойте руки, это простые методы. Подумайте о вакцинации. В общем-то, сейчас, наверное, вакцинация против новой коронавирусной инфекции мы как-то вот незаслуженно забыли. А вот сейчас... Ну, мы даже, вот, Лариса Владимировна, даже с вами примером, медики, да, мы все 100% вакцинированы. Ну, какой еще пример нужен для пациента? Мне кажется, это самый явный такой. Поэтому, кто давно вакцинировался от новой коронавирусной инфекции, возобновите данные. Почему? Потому что сейчас идет рост во всем мире, и в Ульяновске в том числе. Грипп тоже у нас пока еще фиксируется, и по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями мы, к сожалению, превышаем пороги общероссийские. Всем желаю крепкого здоровья и оставайтесь с нами на нашем канале. Спасибо большое. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.